Здравствуйте. В прошлых видео я рассказывал вам о подставках для цветов на подоконник и кованых стойках. Но у вас наверняка есть цветы крупномера, которые весят более 10 кг и не помещаются в корзину стойки. В этом случае интернет-магазин HitSad предлагает использовать напольные подставки для цветов. Они могут быть с колесиками для удобного передвижения растений по комнате во время уборки, либо на ножках для устойчивого стационарного размещения. Подставки декорируются коваными, штампованными или деревянными элементами. Кованый каркас изготавливается из цельного прута. Благодаря этому подставка для цветов производства HitSad несравнимо прочнее аналогов из пустотелых металлических трубок от других производителей. На сайте вы можете подробно рассмотреть десятки моделей, изготовленных в разных стилистических направлениях, и выбрать наиболее подходящую вашему интерьеру подставку для цветов.